будем готовить куриное филе на мультиповаре. Филе мы смариновали вчера на ночь. Берем филе куриное, маринуем в соевом соусе, в лимонном соке, аджика и приправы для гриля, которые покупаем на рынке. Аджика. Соевый соус. Чеснок режем. Вкладываем все в вакуумный контейнер для лучшей маринации. Оставляем мариноваться на ночь. Выкладываем наше филе в чашу кукушки. Филе мы не режем мелко, кладем так крупными кусками. Здесь у нас чесночок, аджика, соевый соус, сок лимона. Укладываем аккуратно. Сверху посыпем небольшим количеством оливочек. Закрываем чашу, выбираем режим мультиповар. Пароварка. Мультиповар. После установки времени варки блюда при помощи кнопок вверх-вниз нажмите кнопку «Вот». Выбираем температуру 25 минут. Для куриных грудок этого более чем достаточно. Режим ввода. Ставим 120 градусов. Сушки мяса я люблю готовить на 120 градусов. Продукты с большим содержанием жидкости, такие как супы и холодец, лучше готовить до 110 градусов. Мясо без большого содержания жидкости можно готовить при 120. Нажимаем старт. Начинаем приготовление. Блюдо автоматически переходит под огрев. Хотим оставляем, хотим не оставляем. Вот наши грудки.
Как вы видите, достаточное количество сока. И пусть они постоят без подогрева. Подогрев отменен. Будем выкладывать грудку. Thank you.